Всем салют! Наушники Marshall Major третьего поколения были представлены на выставке CanJam в Нью-Йорке. Показали два варианта – проводные и беспроводные. Хейтеры на форумах оживились, начали подливать масло в огонь, мол, наушники звучат как и прежние модели, даже внешне ничем не отличаются, но не тут-то было. Беспроводные Marshall Major 3. С полной зарядки время работы достигает 30 часов. Это если будете слушать на средней громкости, ну или чуть выше. Короче говоря, музыку теперь можно слушать неделю, с работы на работу или в универ и обратно. Время заряда аккумулятора – 3 часа. Наушники поддерживают аудиофильский кодек aptX. Теперь музыка в несжатых форматах будет долетать до ваших ушей без потери качества. Осталось обзавестись смартфоном и плеером, который поддерживает этот кодек. Блютузную версию Marshall Major 3 оснастили универсальным джойстиком управления на левой чашке. Он служит кнопкой включения-выключения наушников, работает как кнопка управления плеером, им же регулируется громкость и управляется встроенная гарнитура. Львиную долю внимания инженеры уделили настройке 40-мм драйверов. Забегая наперед, скажу, я ожидал от них меньшего. Полюбившийся истинным рок-н-ролльщикам звук явно доработали. Бас акцентирован, но не подавляющий. Высокие частоты яркие и звонкие. Середина получила здесь меньше внимания, но при этом не проваливается, а как бы держится одной рукой за низкие частоты, а второй за верхние. При этом успевает выполнять свою работу. Здесь есть все, что нужно для прослушивания классического рока. Одновременно чистый в техническом плане саунд, передающий заложенные автором в композиции моменты. Независимо, играет женский или мужской вокал, ощущается драйв и колкие воздушные ноты. Импеданс наушников 32 Ом. Мощности вашего смартфона или плеера начального уровня, чтобы кайфануть, точно хватит. Обе модели получили витой съемный кабель с позолоченными джеками. С одной стороны прямой, с другой Г-образный. Также на кабеле гарнитура с однокнопочным пультом управления. Обычным мейджерам съемный кабель нужен лишь для более удобной транспортировки. Витой шнур к беспроводным идет как дополнение на случай, если не рассчитали с зарядом батареи. С другой стороны, с кабелем можно слушать музыку дома со стационарной системы. Производитель подчеркивает возможность последовательного подключения нескольких наушников. Напишите в комментариях, как часто вы таким образом подключаете наушники в цепь. Что касается дизайна, вся серия Major, да и все наушники Marshall носят общие узнаваемые черты гитарных комбиков и усилителей. Это не секрет. С каждым поколением дизайн дорабатывается и получает что-то новое. При этом фирменная узнаваемость остается неизменной. В этот раз черты просто освежили. Квадратные чаши, обтянутые винилом с рисунком, имитирующим кожу. Еще раз говорю, материал только напоминает кожу. Натуральная кожа в любом ее проявлении требует особого ухода, а винил штука неприхотливая. Так что внешний вид наушников останется товарным и презентабельным надолго. Никогда не забуду адскую боль в ушах после тестирования первых мейджеров. Теперь этот вопрос закрыт, музыку можно слушать сколько влезет. Главное изначально подобрать удобную посадку. Оголовье регулируется по высоте, чашки вращаются. Тем более наушники весят всего 178 граммов и на голове совсем не ощущаются. При необходимости они компактно складываются, например, в сумке место им обязательно найдется. Послушать, сделать выводы и купить наушники вы можете в аудиосалонах SoundMag в Киеве и Днепре.